Второй момент, мы даже, в общем, обычно же, когда шторм, то в жизни это моряки и мат, а в кино это самая торжественная и глубокомысленная музыка. Да. Вот. Мы не могли себе позволить ни одного, ни второго, потому что мат запрещен законом. Вот. И у нас моряки тонули под цензурные выражения. Это было для нас очень сложная задача. Смотри, как корабль-то надвое переломился. Ну, примерно.